Каля Набию, саллаллаху алейсалям, пророк, саллаллаху алейсалям, сказал, «Фаинтараку ва маараду халяку джамин». Если бы они предоставили их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибли бы все. «Лянна ум изахара кухар конфиас фалисафинати дахальма». Потому что если бы они сделали дыру, тогда бы туда вошла вода. «Сумма угрихати сафину», потом «сафина» или «угриха сафина». Корабль этот пойдет на дно. Если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных. И в хадисе сказано о том, что этот корабль, то есть на нем и те находились, если кто-либо из них хотел что-то сломать в этом корабле, فَإِنَّهُ لَبُدَّ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى يَدِهِ, он обязательно должен схватить его за руки, وَأَنْ يَخُذَ عَلَى يَدَهِ, не позволять ему совершать этого, لِيَنْجُوا جَمِيعًا, для того, чтобы спастись. فَإِلَّمْ يَفْعَلُوا هَلَكُوا جَمِيعًا, если же они не поступят таким образом, то все они погибнут. هَكَذَا دِينُ اللَّهِ, такова она религия Аллаха. Братья, исходя из этого хадиса, ученые говорят о том, что если мусульмане живут в какой-то стране, где живут неверующие люди, в стране неверующих, и кто-то из числа этих мусульман хочет совершить какой-то террористический акт, эти мусульмане должны взять все причины для того, чтобы его остановить. Потому что этот террористический акт, это есть эта дыра в корабле. Когда какой-то один совершит террористический акт, пострадают сотни. При том, что этим сотни даже в голову не приходилось сделать то, что вот этому неадекватному пришло. Поэтому они делают наставления, насехи и так далее. Если он не прислушается, ученый говорит, нету никаких проблем сдать его властям неверующих. Сдать его властям неверующих. И это называется «Иртикабю Ахафима Садатайн». Делать наименьший из зол. То есть, да, сдать своего брата мусульмана неверующему, чтобы его посадили, это зло. В этом нету никаких сомнений, что это зло. И никто это не оспаривает. Но такого брата, который может навредить, то есть таким образом вред только ему одному, если его посадить, правильно же? Ну, максимум ее жене, его дети и так далее. Но если он совершит этот террористический акт, и это станет причиной тому, что закроется мечеть, потом начнутся гонения на других мусульман и так далее, и тому подобное, нету сомнения в том, что это глобальный вред. А? Еще начнут там бороды брить этим людям и так далее, и тому подобное. Да ладно, борода, это минимальное, что может быть. Может быть, намного хуже будет что-то. Поэтому, баракаллаху фикум, вот этот хадис является доводом на то, что говорят ученые. Хаказа динуллах, такова она религия Аллаха. Уиза ахазаль укаля ва ахлю лильм, если обладатель разума и ученые ваддин, то есть те, кто придерживается религии, аляль джугали усуфага, начнут схватать за руку невежественных и легкомысленных, наджау джамин, все тогда спасутся, то есть не будут позволять им совершать что-то преступное. Вайнтаракухум, если же они оставят уамаараду и их желание, галяку джамин, то они все погибнут. Камакаля таалика, сказал Всевышний Аллах, вот такой фитната ляту сибанна лявина валяму минкум хаса, валяму анналлаха шадиду ликаб. Бойтесь той смуты, которая может поразить не только тех из вас, кто был несправедлив, и знайте, что Аллах суров в наказании. Поэтому мы с вами говорили на прошлом уроке, если человек живет в каком-то обществе неправедном, и при этом он сам праведный, это не спасет его от наказания. Если он живет в каком-то обществе неправедном, он сам праведный и исправляет общество, Аллах его спасет. Как спасен кто? Пророк Люд, салаватуллахи вассаляму алей. Он жил в неправедном обществе, но запрещал им совершать ширк, запрещал им совершать гомосексуализм и так далее и тому подобное. И Всевышний Аллах, субхана ва тааля, спас его и его семью, кроме его супруги. Потому что она была такой же, как и жители. То есть имеет в виду, поддерживал то, на чем были они. Аллаху аль-мустаан.